Тирасполе работает новый тренер по фитнесу из Санкт-Петербурга. В оригинальной программе зумба, фулбади и акваэробика. Как проходит оздоровление в танцевальных ритмах, видела Екатерина Воронченко. Знакомьтесь, новый тренер по фитнесу и функциональной растяжке Надежда Степанова. Приехала из Петербурга. Там преподавала йогу, фитнес и стрейчинг. Отлично, поговори. Мы пришли сегодня на фулбади. Дисциплина новая. Говорят, после этих тренировок можно есть все, что захочется, и при этом худеть. Посмотрим, так ли это на самом деле. Фулбоди тренировка – это силовая тренировка на все тело. В этой тренировке такой основной плюс в том, что задействуются все мышцы основные рабочие. Мы прорабатываем мышцы по блокам. Как правило, начинаем с разминки, потом верхняя часть тела, руки, используем гантели. Фулбади – это не изнуряющие прыжки, это про работу с телом. Силовые упражнения плюс растяжка. Активно, продуктивно и эффективно. Всего 5 раз пришел и уже будет результат, говорит тренер. Но для стойкого эффекта на фулбади нужно ходить 2-3 раза в неделю, без прогулов. Безусловно, эти тренировки можно назвать одной из частей программы для тех, кто хочет похудеть, потому что здесь, как иначе, кардиорежим включается и происходит, конечно же, жиросжигание. И еще один плюс: после этой тренировки в течение часа можно есть все, что угодно, потому что включается особый режим в организме, очень быстрый метаболизм. Есть тортик и одновременно худеть – это мечта. Начинаем активнее делать приседания, чтобы можно было после тренировки не один, а 2 эклера слопать. И постепенно мы увеличиваем темп. Поехали. И 8. Вдох. Выдох. 7. Отлично. Корпус выравниваем, когда возвращаемся. Угу. Как ощущения? Ну, надо не упасть, самое главное. Тренер говорит, если мы будем налегать на пирожные, то нам придется записаться к ней еще и на зумбу, йогу или акваэробику. Их Надежда тоже преподает. Ну, нам в конце тренировки выставляют оценку. Все неплохо, главное не прогуливать. У нового наставника есть индивидуальные занятия по фитнесу, йоге и акваэробике. Записаться можно на бассейне спорткомплекса. Екатерина Воронченко, Михаил Белый, ТСВ.